Профессионалы – это всероссийское движение, которое призвано создавать условия для повышения значимости и престижа рабочих профессий, а также выявить и поддержать талантливую перспективную молодежь и молодых специалистов. В рамках регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» состоялись соревнования в Славянском сельскохозяйственном техникуме. Далеко не случайно старейший и известный в Краснодарском крае Славянский сельхозтехникум стал местом проведения первого регионального чемпионата «Профессионалы» по компетенциям спасательные работы и пожарная безопасность. Здесь есть сертифицированная площадка с современным оборудованием, а также наработан большой практический опыт проведения престижных соревнований. Мы не стоим на месте, постоянно развиваемся, усложняем, соответственно, закупаем новое оборудование. Чемпионат поменял название. На сегодняшний день это просто чемпионат по профессиональному мастерству. Наши студенты, которые участвуют в чемпионате, получают опыт, практический опыт, подтягивают свое мастерство и также его показывают. Ну и плюс соревновательный момент, все-таки соревнования. Профессии спасателя и пожарного очень востребованы, о чем говорит серьезный конкурс при поступлении. Поступают сюда лучшие, и после обучения они становятся отличными специалистами. Для того, чтобы стать профессионалами, студенты осваивают солидную теоретическую базу по целому ряду предметов и под руководством опытных преподавателей отрабатывают практические навыки, которые помогут им в трудной ситуации. Участие в региональном чемпионате для ребят очень интересно. Капитан одной из пяти участвующих команд Евгений Богославский был настроен на борьбу за лидерство. Мы подошли ответственно к этому вопросу. Подготавливались мы очень долго. У нас проделана большая работа. Отрабатывали очень долго. Все это у нас подводит к нашей работе, потому что будут и такие ситуации. Если команда сплоченная, то это все будет отлично и очень быстро. Капитан дал команду, ее выполнила его команда, и все пойдет также в хорошем и лучшем стиле. Всех приглашают и всех ждут после армии, чтобы мы продолжали нашу специальность. И у нас очень много вариантов, чтобы пойти на высшее образование, также пойти в другие города. То есть все двери открыты для нас. Участники чемпионата соревнуются честно и добросовестно. Они с увлечением осваивают свою профессию. Для этих смелых ребят действительно открыты все двери для профессионального становления и роста. Программа соревнований спасателей обширная и напряженная. Нужно было быстро и качественно показать спасательные навыки, действуя и в строительной конструкции, и преодолевая полосу препятствий в полном облачении. Словом, в ходе состязаний необходимо было продемонстрировать профессионализм и мастерство, наработанные за время учебы и подготовки к региональному чемпионату. В сельскохозяйственном техникуме соперничали участники состязаний по компетенции «Бухгалтерский учет». 7 человек из Краснодара, Армавира, Славянска на Кубани и станицы Брюховецкой боролись за первое место. Главное в этой профессии на сегодняшний день – показать свои навыки, владение технологиями, которые могут помочь автоматизировать бухгалтерский учет. На сегодня вообще бытует мнение, что скоро эта профессия будет не нужна и не востребована, все заменят роботы. И мы считаем, что это совершенно не так. Бухгалтер – это все-таки профессия будущего в цифровой экономике России, к которой мы сейчас стремимся. И бухгалтер должен уметь анализировать, должен уметь планировать, должен уметь составлять бюджеты на выплаты, то, что машина сделать не сможет. Все конкурсные задания разработаны с учетом строгих критериев. Очень ответственно затем оценивается их решение. После подведения итогов первого регионального чемпионата «Профессионалы» лучший участник по компетенции «Бухгалтерский учет» и самая сильная команда спасателей будут представлять Краснодарский край на российском уровне. Андрей Вишневский, Станислав Борбыко, программа «События».